говорить о том, что замечания могут испортить игру и вам, и вашей команде, так что просьба вести себя более благоразумно за этим игровым столом. Ночь, дамы и господа! Доброе утро, дамы и господа! Все просыпаются, включаются даже камеры и свет. Ну что ж, номер один, прошу, ваша минута. Я так рада, что в финальной игре. Я желаю наших красных победу, чтобы мы вместе играли и друг друга поддержали. Ну что сказать, красный игрок. Очень рада, что красный игрок, не шериф. Очень рада, потому что не хотела такое ответственность. 10 секунд. Буду очень осторожно слушать все. Серьезно, спасибо. Номер два, прошу. Доброе утро, Горг. Игрок номер один. Смотрите, я играл в самом игре, когда вы играли на русском языке. Ну, слышал, по крайней мере. Речь у вас достаточно была быстрая. Понимаешь, есть волнение определенное, но такое ощущение, что вы выдавливали из себя речь. Реально, выдавливали. Это первый момент. Второй момент. Зачем красному игроку признаваться, что он не шли? Он обличает проверку дома. Он сразу же обличает проверку дома. Дом можно проверять одного как меньше. Поэтому в этом, если вы красный игрок, в этом как бы не помогаете красному столу. Поэтому я сейчас, наверное, не поиграю с игроком номер один, только на этот круг. Реально на этот круг, потому что мне не особо понравилось, что она сказала. Она не сказала ничего такого, красный, давайте не кусаться, давайте выиграем. Может нервы, может быть все, может бояться. Но мне это, по крайней мере, не особо понравилось. Мне анализировать нечего сейчас, я второй говорящий игрок. Дальше меня поговорят после меня, я послушаю, я уже буду взять команду, буду делать какие-то игры. Пока что у меня 10 секунд. Спасибо. Спасибо. Номер 3, пожалуйста, ваша минута. Добрый день, я тоже красный игрок. Приветствую всех игроков за столом. Скажу вот так. Номер 1 мне тоже вообще не понравилась она мне. Номер 2. Речь была хорошая, спокойная. Прошу красных игроков, чтобы друг друга не ели, нормально собрались и выиграли игру. И чтобы игра была красивая. Хочу играть с номером 2. Если вы красный игрок, я хочу, чтобы вы были красным. Хочу красной команде, чтобы у нас была команда, а не то, чтобы... И чтобы все говорили, чтобы мы поняли. Красное, черное, чтобы... Например, я хочу, чтобы все говорили, и все не так, что так. Потому что она для меня после первого круга черная. Я не говорю, что она черная, может, она просто нервная. Я выслушаю игроков и еще попрошу шерифа, когда проверяет игрока, находит красного, чтобы показывал как-то, чтобы они уже были командой вместе. Спасибо. Спасибо. Номер 3, номер 4, пожалуйста. Пока играю с номером 3. Кажется, что среди 1 и 2 возможен один черный. Пока из всех поговоривших для меня между 1 и 2 возможен есть один черный игрок. Номер 1. Я согласна с тем, что вы сказали. Да, это можно было к этому прицепиться. Можно было. А можно было и не прицепиться. Номер 2. А вы прицепились. Понимаете? Она, номер 1, она сказала, у меня красная карта, у меня не шериф. Нет, не все. Она сказала довольно много для первого игрока. Для первого черного игрока она сказала довольно много, номер 2. Я не обвиняю сейчас. Я прошу не понять меня никого правильно. То есть не поймите меня, пожалуйста, неправильно. Я не обвиняю ни первого черноте, ни второго черноте. Из всех поговоривших до меня, я думаю, что 3 для меня более красные, между 1 и 2 может быть один черный игрок. Я красный игрок. Я, конечно же, не могу ничего говорить, потому что, наверное, меня действительно проверят. Ну хорошо, проверят. Номер 1, вам почему переводчик есть? Спасибо. Номер 4, ваше время. И сегодня номер 5, ваше время. Доброе утро. Красный. Как это, почему вы так нервничаете? Номер 4. Очень нервничает. Прежде чем хотел сказать, что номер 1 нервничает страшно, номер 4 еще хуже. Ладно, поиграй. Я играю номер 3, пока что играю с номером 2. Номер 1 поговорил очень плохо, а номер 2 он не зацепился. Больше не было ни о ком поговорить. Номер 2 поговорил про первого игрока. Мне тоже первый игрок не понравился, потому что очень нервничал. Но номер 4 тоже нервничает. Сразу ты понимаешь, ты говоришь, что между 1 и 2 есть световая разница. Вот для меня это странно. Я пока не играю с 4, пока не играю с номером 1. 2 и 3 для меня более красные игроки на данный момент. Кто может поменяться на следующий круг?
2-3, играю. Надеюсь, номер 7 красный игрок. Надеюсь, номер 6 красный игрок. Очень хочу выиграть. Все, спасибо. Спасибо. Номер 5, номер 6, пожалуйста. Ну, на 50% дали надежды избавиться. Я красный игрок. Действительно, из всех погаривших, 3, вот самый красный пока для меня. 2 тоже, вы не черный, по-моему, вы не черный. Но так сразу первым, просто я тоже с первым играл. Хотя это моя первая русская игра, собирайте. Я вам так скажу, давайте вот так. Если до конца стола никто не погарит хуже, чем номер 1, то шериф выбирает себе на проверку с номером 1. То-то и номер 1. Посмотрим. Правильно номер 9? Вы не против? Ты скажешь. Хорошо. Пока так. 2, 3, 5. Нормально. 4. Пока не знаю. Сначала на второй день. Не легче. Все. Пока все. Спасибо. Спасибо. Номер 6. Номер 7, пожалуйста. Да. Любого из поговоривших, в принципе, можно проверить. Мне кажется, номер 4 красный игрок. Хочется мне очень тебе верить. Можешь думать все, что ты хочешь. Во всяком случае, ее проверять нужно менее, чем номер 2. Смотрите, номеру 2 не нравится номер 1. Номер 1 говорит первым за финальным столом. Естественно, она будет нервничать. И любой бы из нас сидел бы там, нервничал бы. Номер 3 для меня красный игрок. Учитывая то, что номер 5 выиграл очень много черных игр, нужно было бы проверить тебя. Или 2, или 5. 5 играет. 5. А вот эти трое не играют с номером 1. Кто-то там черный есть. Все. Спасибо, номер 7. Номер 8, пожалуйста. Всем доброе утро. Я очень рада, я поздравляю всех. Желаю красной победы, я красный игрок. Номер 2, быстренько скажу, то, что номер 1 сказал по поводу того, что она не шериф этой игры. Это еще ничего не значит. Вы поговорили для меня по-красному. Номер 3 поговорил для меня тоже более по-красному. Пока что из всех проговоривших мне не нравится номер 7. Номер 7, вы не против, если ваш шериф будет проверять эту ночь? Да, да. Хорошо очень. Номер 4 мне тоже не понравился. Номер 4, 5, эти два игрока, я бы с ними пока не буду играть, и с номером 7 я пока тоже не буду играть. Со всеми остальными я поиграю. Спасибо. Спасибо, номер 8. Номер 9, пожалуйста. Я чувствовал, что я выяснил красную карту, потому что все предвестия я сделал сначала, я сказал тост, чтобы об этом сейчас не говорить. Сейчас шерифу надо проверить игрока под номером 5. Пятый, хронический черный игрок. Давайте проверим пятого. Второй, на самом деле, убрали, говорит, ну, смотри, надо послушать первого еще раз. Потому что первый, знаешь как, она может быть поддерживающий красный игрок. Найдись первый. Если ты не найдешься, значит, мы тебя вынесем красными игроками. Потому что ты нам будешь путать игру. Нет, проснись, приди обратно в красную команду. Говори что-то красное. Не говори, что я не шериф. Ты уже играешь давно. Может, не так давно, но давно. Играю с третьим, играю с четвертым. Пятого хочу проверить. После пятого я бы проверил бы либо шестого, либо седьмого. Для меня речь седьмого была непонятна. Я, в принципе, должен знать его цвет, она для меня непонятна. Восьмая, по-моему, очень нервничает. Это еще не ясно. Причина чего? Я думаю, скорее всего, того, что она сидит за финальным столом, она очень нервничает. Будем дальше слушать. Играйте со мной, я красный игрок. Обращаюсь к красным игрокам. Проверять пятого. Спасибо. Номер 9, ваше время истекло, и у нас не одна, а аж целых 2 минуты у игрока номер 10 его перевести. Попрошу. Я думаю, что номер 1 не может быть черным игроком, потому что очень многие считают его черным. Номер 2 поговорил хорошо. Играю с номером 2. Номер 3 использовала то, что номер 1 нервничает, и в конце сказала, что она может быть черная.
Играю также с номером 4, как и со вторым. Не играю с номерами 5 и 6. Считаю, что шериф должен проверить номер 6. Советую я шерифу проверить номер 6. Потому что номер 6 также коснулся темы номер 1, как и номер 3. Седьмой и восьмой. Седьмой для меня 50 на 50. С восьмым играю первый раз, тоже 50 на 50. Хочу, чтобы номер 9 был красным, он хороший игрок. Мы с ним вообще всегда выигрываем, когда он красный. 20 секунд. На мне лежит большая ответственность в этой игре. Но я не очень доволен этим. Спасибо. То, что ответственность. Спасибо. Номер 10. Вы уложились вместе с переводчиком 2 минуты. Дамы и господа, у нас ночь. Все засыпают. Доброе утро, дамы и господа. Все просыпаются, у нас день и первая жертва в финальной игре. В эту ночь вас убила вас, номер 7. У вас есть 1 минута, пожалуйста. Ну как номер 4? Что ты сейчас сделала? Ну проверяйте тогда номер 4 следующий. Это, конечно, ничего не значит, но... Номер 9, думаю, красный игрок. Номер 1, думаю, красный игрок. Номер 3, красный. И надеюсь, что меня не проверяли по вашей наводке номер 4. Ты мне говоришь, я тебе гарантирую, что ты красный, я на тебя смотрю, и ты портишь сейчас. Я остаюсь при своем мнении. Между с 2 до 4, до 5. 10 секунд. Как минимум один черный. Проверяйте 6 и проверяйте 8, 5, 2. Спасибо. Ну, на все ваши вести глаз. Спасибо вам за игру. Первый игрок подведает финальную игру. И второй день начинаете вы номер 2. Прошу, прошу. Будь я черным игроком до такой бы степени, что семерку просил проверить я. Почему я просил проверить игрока номер 7? Потому что игрок номер 7 такое ощущение, что он обытал свою единицу, считал, что нужно было проверять меня, играл с игроком номер 3, при этом она играла с игроком номер 4, которая со мной не играет, сказала достаточно посредственную речь. Вот поэтому для меня это было немножко нелогично. У меня было ощущение, что игрок номер 7 это черный игрок, который потаскивает игрока номер 4 красного, пытается направить проверку на меня. Вот, я не снимаю свои подозрения с игрока номер 1. Смотрите, игрок номер 10, вопрос по вам. Почему? Потому что вы говорите, что единица для вас красный игрок. Вы играете со мной, вы подозреваете игрока номер 3, хотя все сказали, что игрок номер 3 это красный игрок. После этого вы говорите, что вы играете с игроком номер 4, правильно? Но игрок номер 4 сказал, что между единицей и двойкой должен в любом случае быть черный игрок. В любом случае. Поэтому странные ваши подозрения. Я не говорю, что вы черный игрок, вы для меня просто... Примите конъюнктуру игрока номер 1, она будет говорить последнее, я ее буду внимательно слушать. Потому что я еще не отписываю подозрения. Я подозреваю игрока номер 7, ее убили. Мне в этом плане не достаточно. Спасибо. Номер 2, прошу время. И стекло номер 1, прошу. Мне ваша речь очень нравится, номер 2. Я хочу с вами пойти, я с вами пока что играю. Я с номером 1 не играю, я с номером 10 не играю, я с номером 8 не играю, с номером 4 тоже не играю. Еще играю, ну так, не играю я с тобой. Ты глаза закрываешь, ты даешь на проверку номера 7. И давай нервные движения не делай. Я играю с номером 6. Его речь мне очень понравилась. Я, пожалуйста, поставьте кандидатуру игрока номера 4. Пусть кто-то поставит игрока номера 10 тоже. Они после нас говорят, после меня говорит 4. Я хочу, чтобы ее кандидатура стояла. Номер 9. И номер 8 мне тоже очень не нравится. Если красно, по красному говори, по красному играй. Это игра? Что ты смотришь и улыбаешься? Играйте по-красному. Если красная команда, играйте по-красному. Почему улыбаетесь? Я красная. И, по-моему, красные игроки должны догадаться, что я красная. Я в черном огне играю. Спасибо большое. Спасибо.
Спасибо, номер. Три, номер четыре, пожалуйста. Знаешь, Зар, я уже подумала, что ты черная, но ты назвала столько для себя черных возможных игроков, что черный игрок не будет против себя стольких людей настраивать, да? Ну, я не знаю, я так думаю. Она столько против себя настроена, назвала для нее черная команда, это столько человек. Она обычно, черные игроки, как говорят, для меня красный, и вот какой-нибудь там один черный, два черных. Для нее больше было черный, чем красный, поэтому она для меня краснее сейчас. Не уверен, не знаю. Номер 7, я тоже думала, что черный игрок. Номер 2, я тоже думала, что номер 7 черный игрок. Прими скинтер номер 5. Что-то, не хочу даже, не знаю точно. Не беру игру в свои руки. Думаю, что 5 черный игрок. Знаешь, почему, Зар? Потому что, когда говорили игроки, ты что-то смотришь на меня, ты смеешься во время того, как говорит другой игрок. То есть, для меня, как ты можешь смеяться, нужно слушать, мы в финальной игре. 10 секунд. Не знаю, я послушаю. 9 для меня красный, 8 для меня красная. Я пока играю. 2, наверное, тоже. Спасибо, номер 4. Ваше время истекло. Номер 4. Ваше время истекло. Номер 5, пожалуйста. Я играю с игроками 6, 2 и 3. Не играю с игроками под номером 1. Примите кандидатуру номер 4. Пускай будет, да? Противовес. Она считает, что я черный игрок. Номер 9 дает меня на проверку. Номер 9. Я не могу 5-6 игр подряд дать мне черную карту. Ну, чисто статистически, да, невозможно. Я красный игрок. Ты хочешь, чтобы меня проверили? Я согласна провериться сейчас, в эту ночь. Так как я под подозрением, я очень буду рада, если меня проверят вот сейчас именно. Ни номер 4, ни номер 1, даже меня. Окей? Я не играю на данном номер 4. Скорее всего, буду голосовать против номер 1, в зависимости от того, как она поговорит. 2, 3, 6, у меня красная команда. Номер 10. Не знаю, какого цвета номер 10. Вы прошлись по всем. Для меня это, вот, знаете, непонятное ваше. По всем игрокам прошлись. Я не знаю. Все, спасибо. Спасибо. Номер 6. Не знаю, номер 5. Ты сейчас более черный для меня, чем красный, но ты играешь с теми красными, с которыми играю я. Это номер 2. Зачем вы дали на проверку номер 7? Это подхватил номер 4. Хотя ты говорил, надо номер 5 проверять. Проверка 2 и 4 просьбы не жестикулировать. Я вам пока так скажу. Я играю 2, 3. Это точно играю. Номер 9. Кого ты будешь выставлять? Ты не будешь выставлять? А с какой кандидатурой тебе окей? 5? Я буду думать между 4 и 5. Спасибо. Номер 6, ваше время стекло. Номер 8. Номер 2 мне тоже не понравилось очень. Почему вы попросили проверить игрока под номером 7? Я извиняюсь. Номер 8, если можно погромче. Да. Мне не понравилось, что номер 2 попросил проверить игрока под номером 7. С номер 3, речь игрока под номером 3 мне очень понравилась. Я хочу играть с игроком под номером 3. Номер 4 мне абсолютно не понравился. Абсолютно не понравился. И ее кандидатура меня пока устраивает. Я не думаю, что номер 1 это черный игрок. И мне не нравится поведение игрока номер 9 и 10. 10 мне не понравилось, что он в первом круге прошелся по всем игрокам и назвал тех игроков, с которыми он играет, это те игроки, с которыми в принципе я не играю. Поэтому он у меня больше черный, чем красный. Примите кандидатуру на всякий случай, он будет говорить игрока под номером 10. Принято. Спасибо. Номер 8. Номер 9. То последние секунды, пока номер 8 не сказал, вы примите кандидатуру номер 10, она для меня тоже была черная. Для меня черные какие игроки рисуются? Да? 5, 8, 10. Сейчас 8-я, пустая, 10-го я. 10-й для меня черный игрок. Просто что он сказал первый круг. Сейчас он будет опять говорить. Для меня сейчас должен быть игрок под номером 5. Я верю в четвертую. Ты не играешь в четвертую? Нет, потому что сейчас восьмая говорила, ты головой кивала, соглашалась с восьмой, то есть ты с восьмой играешь больше, чем с четвертой?
Почему? Ты так просто играешь. Понятно. Очень хочу послушать 10-го, я не знаю, кого 6 проверил. На самом деле, если проверили 5-го, ну хорошо, да, уже будем знать, кого мы сейчас убираем. То есть мы убрали, она уйдет, и мы будем знать, кого мы убрали. 10-го надо проверить, я так считаю, потому что он очень черный дарил. Я буду голосовать за игрока под номером 5. Номер 6. Спасибо. Номер 9 ваше время. И всего номер 10 у вас 2 минуты. Прошу. Когда у нас был рынок, или сам рынок, ничего с этим рынком. Карли Хаузова, Зейспа, Сережа Чикара, это сам спасибо. Скажу всем, что я не говорю, что номер 1 это черный игрок. Просто я по ее речи сказал это. Я говорил, что все говорят, что она черная, я поэтому сказал. Номер второй покраснел для меня настолько. Потому что номер 7, уходя, сказала, что номер 4 давал ее на проверку. Она сказала только, что номер 4 давал на проверку. А номер второй сказал, что и я давал на проверку. Я опять не играю с номером 3. Она выигрывала так, что дошла до этой игры. Это четкая ее игра. Черная четкая игра. Четвертая для меня красная. Не знаю цвет номер 5. Я прослушал, что Шериф проверил номер 6. Если он проверил... Я извиняюсь, я оставил ваше время. Номера 3, 4 и 9 получают по замечанию за излишнюю жестикуляцию. И с опозданием номер 6 тоже. Пожалуйста, родитель. Если Шериф проверил номер 6, значит он узнал мой цвет. Потому что только я сказал проверить номер 6. Если он нашел черным, то есть Шериф должен играть со мной. Что остается номер 8? Я с ним не играл и не понимаю ее игру. Спасибо. Ваше время истекло. И завершает обсуждение номер 1, пожалуйста. Я играю с игроком под номер 10, потому что он первый круг. Он действительно не сказал, что он считает, что я красный игрок. Он просто сказал, что слишком много игроков зацепились за то, что я нервничала в первый день. И это ему показалось, что... точно слова не помню, но я поэтому с ним играю. Мне очень нравится его логика, вот разговор на второй день тоже. Номер 2, вы меня подозреваете после первый день, но второй, который говорите, поэтому я не думаю, что вы, бывая черным игроком, вы взяли бы внимание на себя. Но номер 3 зацепилась за это, поэтому вы немножко для меня очернели. Что, я нервничаю, конечно, я в финальной игре попала первой, говорю, и русскому у меня не так уж легко. А номер 4 и 8 тоже мне подозрительны, потому что они в своей первой речи тоже сказали, 7 должна проверяться. Спасибо. Я так помню, что вы... Спасибо, номер 1, ваше время сикло. Дамы и господа, мы переходим к голосованию. У нас есть 4 кандидатуры, это игроки под номерами 1, 4, 5, 10. Я повторяю, 1, 4, 5, 10. Голосуем. Кто за то, чтобы игру покинул игрок номер 1? Спасибо, 0. Кто за то, чтобы игру покинул игрок номер 4? Спасибо, 1 голос. Кто? Я извиняюсь, 2 голоса. Кто за то, чтобы игру покинул игрок номер 5? Спасибо. 2 голоса. И кто за то, чтобы игру покинул игрок номер 10? Я прошу выставлять руки, которые не голосовали. 5 голосов. Номер 10. Вы набрали большинство голосов. И перед тем, как уйти, у вас есть минута, плюс минута на период. Прошу. Я очень рад, что меня вынесли, потому что мне игра не очень понравилась.
Ես առաջիվը խոսամ տաստիվը, ես ուրա պատասանովիցում։ И я первый день сказал, что я чувствую на себя ответственность. Потому что я все игры выигрывал черными, и я чувствовал, что меня очернят. Да, потому что я думал, что я сказал, что беру на себя ответственность, чтобы заподозрили, что я шериф, и не проверили бы меня. Я ухожу красным. Я чувствую, что выиграю красный тур. Обязательно надо проверять номер 9. Обязательно надо проверять номер 9. Все у меня. Спасибо. Спасибо за игру. Номер 10. Дамы и господа, ночь. Доброе утро, дамы и господа. Все просыпаются, кроме игрока номер 3. Я так и знала, что меня убьют. Окей, номер 8, почему на меня не смотришь вообще? Почему сам вообще на меня не смотришь? Для тебя 10 ушел красным или черным? Черным, да? Кто голосовал против 10-го? Я сняла 10-го, нет? Я сняла 10-й, я надеюсь, я выйду, он 90% для меня черный ушел, потому что даже он не расстроился, что мы снимаем, что я опять-таки прошу шерифа, чтобы, если нашел черного, так сделал, чтобы черного сняли. Если видишь, что черного не снимают, как-то показал, или нашел красного, показал бы красного, что я красный игру. Я не играю с номером 1, я с тобой не играю. Я играю с номером 2, я с вами играю, для меня красный игрок. Я играю с номером 6. 6 для меня красный. 4-5. Один черный игрок тут сидит. С номером 8 тоже, знаете, я с вами не играю. Я хочу, чтобы вы были бы красным игроком. Спасибо. Я хочу, чтобы вы были номер 3. Игроком. Ваше время истекло. Спасибо за игру. Игроков становится все меньше и меньше. Очередной день начинаете вы номер 4. Прошу ваши минуты. Единственное, что меня радует шериф в игре, что черные не попали в шерифа. Шериф в игре. Значит так, ребят, если шериф нашел черного игрока, ставьте на труп, убираем черного игрока. Если шериф не нашел черного игрока, нашли красный игрок, просто открывайтесь. Уже сейчас такая ситуация, для меня 10-й не ушел точно черным. Для меня он не ушел таким железно-бетонным черным. Не ушел! Ну вот не ушел, и все, не знаю почему, не ушел. Давайте так. Я поставлю конфер номер 5. Не играть на так свою красную игру. Я тебя поставила, а ты ставишь в ответ меня. Зар, пожалуйста, примите конфер номер 5. Для меня она черный игрок. Номер 1, ты тоже для меня черный игрок. Поставьте, пожалуйста, номер 1, ссылаться на вторую речь, что у тебя и с русским не так, и это не так. Номер 1, не надо. Для меня ты тоже черный игрок. И, возможно, номер 8 черный игрок. Я... Окей, ребят, я пока играю с номером 9. Ошибаюсь. Я хочу очень слушать шерифа. Я пока играю с номером 9. Получается, играет уже с номером 6. Спасибо, номер 4. Ваше время истекло. Номер 5. Ваши минуты, пожалуйста. Я тоже играю с номером 6. Не играю с номером 1. Не играю с номером 8. Я просто не знаю, что кандидатуру поставить сейчас. Номер 4, ты идешь против меня, ты понимаешь, с кем я черный игрок, можешь мне показать? 1, я с 8 не играю. Кандидатура сидеть? Примите кандидатуру игрока под номером 8, пожалуйста. Принято. Если для тебя это будет доказательство, что я красный игрок, я проголосую против игрока номер 8. Я не играю. 8, 4, 1. 4, понимаете, 4 и 9 голосовали вместе, одни единственные голосовали против меня, я это не понимаю, я не шериф, я не знаю, кто черный игрок. Я играю с номером 2, играю с номером 6, однозначно, вот это у меня красная команда. Хотите, я сколько человек осталось? Спасибо. Номер 5, ваше время истекло. Дамы и господа, еще раз напоминаю, что за излишнюю жестикуляцию будут выставлены дополнительные замечания. Просьба. Номер 5, вы получаете замечание. Это была оригинальность с вашей стороны. Спасибо. Номер 6, прошу. Минута. Ладно, я тебе скажу номер 4.
Номер 5 – чорний. І номер 1 – чорний. А хто третій чорний? Номер 8? Номер 8, номер 5 – не грає. А ти типу красний. Точно. Номер один, какого ты цвета? Быстро. Красный. Номер один получает. Больше сказать нечего. Номер четыре получает. Второе замечание. Смотри, для меня десятый ушел черный. Десятый для меня ушел черный. Первый зубами цеплялся 60-го. Первый зубами цеплял 10-го. Не может быть первый тоже черный. 10 секунд. Примите кандидатуру игрока под номером 4. Принято. Твоя, да, я тебе так скажу, между тобой и номером 5 точно есть один чёрт. Спасибо. Номер 6, ваше время истекло. Номер 8, ваша минута. Номер 4, ты голосовала против номер 10? Нет. А вы номер 6 голосовали против номер 10, да? Примите, пусть стоит ваша кандидатура. Мне вы не нравится сейчас. Номер 9 тоже мне не нравится. Я пас. Спасибо. Номер 8. Вы получаете замечание за употребление слова честно. Номер 9. У вас есть минута. 4. Обращаюсь к тебе. Играю с тобой сейчас. 5 черный игрок. 2. Обращаюсь к тебе. 5 черный игрок. Все вместе. Я думаю, первый. Скажу почему. 5 не будет выставлять на слово. Слова 5. 8 для меня черный. 1 тоже. 1 для меня тоже черный игрок. Так вот как-то. А зачем ты выставляешь 8? Выставил бы 1. 8 выставляет 6, я думаю, это ошибка. 6, я играю с тобой. То есть я могу сейчас промахнуться, я очень не хочу промахнуться. Знаешь, в прошлом году выиграл игру, хочу сейчас ту. Ну, то есть, как бы, знаешь, записываю. Когда ту выиграл, это так, шутя. А вообще, сейчас голосуем против 5-го. Примите кандидатуру игрока под номером 5. Надо убирать игрока под номером 5. Шериф уже... У меня есть свои какие-то догадки, что происходит. 10 секунд. Вот. Если я вдруг ошибаюсь, тогда я буду очень злиться на шерифа, почему он сейчас не открылся. Если я все правильно понял, значит я понял правильно, и все будет хорошо. Голосуем против 5. Спасибо, номер 9. Ваше время истекло, номер 1. У вас минута, прошу. Принесите, пожалуйста, кандидатуру игрока под номером 9. Принято. 9-4 голосовали против 5. Я с 2 голосовала... Да. И остальные, кто 5 были против 10-го? Восьмерка для меня окраснела, потому что она бы и так не путалась, если бы она была черной. Я боюсь, если сейчас мы будем ошибаться. Если шериф нашел черного игрока, почему не открываетесь? 10 секунд. Я уже не знаю. Мне кажется, 9 с 4. Спасибо. Ваше время истекло. Номер 2. Прошу. Давайте продолжим, господа. Игрок номер 8 не шериф. Елки-палки, вы не можете ответить на вопрос. 7 игроков за столом. Мы не знаем, кем игроком ушел игрок номер 10. Ребята, вы издеваетесь надо мной или как? Сейчас мафии может быть 3 игрока за столом. И что тогда нам делать? Ребят, я не настолько уверен, что десятка была черным игроком. Игрок номер 1 цеплялась, но она играла с игроком номер 10. Она сказала, что я играю с игроком номер 10 и голосовала за игрока номер 4. Смотрите, какая ситуация. Игрок номер 5 выставил игрока номер 4. Игрок номер 5 выставлял игрока номер 4, но не голосовал, игрок номер 4 выставлял игрока номер 5, но они обе голосовали игрока номер 10. Нет, вы не голосовали. Игрок номер 5 голосовал игрока номер 10, правильно? Игрок номер 1 спустил свой голос вместе со мной. Игрок номер 8, почему вы голосовали игрока номер 10? Игрок номер 6, который топил игрока номер 10, кто же для вас черный? Кто для вас черный? Шерифа нет за столом? 10 секунд.
Нету за столом. Ребят, нужно понимать, кого голосовать. Я вот примите записание кандидатуры к регламенту 5. Спасибо. Ваше Величество, дамы и господа, мы переходим к голосованию. У нас 4 кандидатуры. Это игроки под номерами 5, 8, 4, 9. Я повторяю, 5, 8, 4, 9. Голосуем. Кто за то, чтобы группа тянула игрок номер 5? Спасибо, 4 голоса. Кто за то, чтобы группа тянула игрок номер 8? Спасибо, 2 голоса. Кто за то, чтобы группа тянула игрок номер 4? Спасибо, 0. И кто за то, чтобы группа тянула игрок номер 9? Спасибо, 1 голос. Номер 5 вы набрали ваших слов голосов. У вас есть 1 минута, пожалуйста. Ладно, скажу быстро. Я красный игрок, номер 8. Вы говорите, что вы проверили номер 6, но голосуете против меня. Когда номер 2 спросил у номера 8, но и номер 4, и номер 8, ну скажи же, ну скажи, я тебя умоляю на коленях, за то, что ты открыла шерифом, ты говоришь, ты проверила... Снимайте... Что? Ты не шериф. Нет, номер 8, неправильно. Понимаешь, я хожу красным игроком. Ты понимаешь, моя кандидатура выставлялась только... номер 4 и номер 9 выставляли мою кандидатуру. Номер 8 сейчас играет по-шерифовски, в конце показывает на номера 6 и голосует против меня. И своим голосом я выбываю из игры. Я красный игрок, ты ваш, ты не можешь так делать, ты не можешь меня не проверять и голосовать против меня. И по-твоему номер 8 должен идти из игры. Я не верю номер 8, потому что ты очень... Если ты шериф... Спасибо. Номер 5. Ваше время истекло, дамы и господа. Мы с вами тоже прощаемся. Спасибо за игру. До того, как наступит очередная ночь, я просто напомню, что у игроков под номерами 1 и 8 по одному замечанию, у игроков под номерами 4, 6 и 9 их по 2. Просьба быть более аккуратными. Ночь, дамы и господа, все засыпают. Все просыпаются, у нас есть очередная жертва. В эту ночь мафия убила вас. Номер 8. Я шериф. Я почему не открывался, объясняю вам. Я первую ночь проверяла игрока под номером 7, ее убивают. Вторую ночь проверяю игрока под номером 3, ее убивают. Сейчас только что проверяла игрока под номером 6, черный игрок. Мы еще шестерка сидели за столом, значит, номер 10 ушел, скорее всего, красным, черным голосом. Я думаю, сейчас надо выбирать номер 1, наверное. А 1-6 только что поставили свои 2 голоса. Мы все поставили голоса против 5, 1-6 поставили свои 2 голоса. Я не знаю, мне кажется, 2 красные игрок. 2 красные игрок. Сейчас выбирайте номер 6. Ой, я не знаю. Я очень устала, я не могу. Извините, я так сейчас плохо проверила. Ну, 6 черный, только что. Спасибо. Дамы и господа, мы продолжаем очередной день обсуждения. Начинаете вы номер 6. У вас минута, прошу. Я шериф отечный, номер 2. Я шериф. Первую ночь провел игрока под номером 10, поэтому очень уверенно его выставил и снял. Ты играешь непонятно с кем со мной. Ты играешь непонятно с кем. Вторую ночь я провел игрока под номером 5, и поэтому не давал номера 5, чтобы вы вывели номер 5. Номер 5 это проверенный красный игрок. Нет. Ну хорошо, ну что мне тебе сказать еще? Хорошо. Я опять проиграю эту игру, ну теперь что мне сказать? Примите кандидатуру игрока под номером 9. Принято. Это единственный для меня сейчас оставшийся черный игрок. Номер 2. Если я сейчас уйду, вы проиграете эту игру. Спасибо. Номер 6, ваше время истекло. Номер 9, у вас минута. Примите кандидатуру игрока под номером 6. Принято. Те, кто играли с игроком под номером 8, очень прекрасно понимают, что она не могла сейчас открыть телочную. Это невероятная вещь.
Это невероятная вещь, это как, я не знаю, ну это невозможная вещь. Кроме всего остального, номер 6, вы ужасно окрутите лжешерифа, понимаете, я вам не верю. Номер 2 играет со мной, номер 4 играет со мной, я красный игрок, я это знаю. Вы выставляете меня, из всех игроков вы выставляете меня, мне надо было уговорить, чтобы я вам поверил. Ну нет, значит, да, вы проиграете, вы сказали правильно, но каким игроком вы сказали, черт. Значит, выходит сейчас игрок под номером 6. После этого, если игра не заканчивается, значит, выходит игрок под номером 1. Что для меня номер 2, номер 4. Красный игрок. И вы для меня красный игрок. Соответственно, надо убрать игрока под номером 1. Сейчас голосуем дружно против игрока под номером 6. К вам относится игрок под номером 1. Вы будете голосовать со мной против игрока, а против меня будете голосовать. Спасибо, номер 9. Ваше время истекло. Номер 1, пожалуйста. Да, я буду против вас голосовать. Смотрите, для меня номер 8 подозрительной стала, когда на нее смотрели другие игроки, говорили открываться, не открывалась. Я не знаю, какие она шлифские игры делает, но как можно так статистически быть, что она проверяет тех игроков, которые стреляют? Это же невероятно, так не бывает. Обычно, как я видела в играх, так делают, когда лже-шериф открывается. Я с номером 6 не играла, я не была уверена. Но для меня больше логично, что 6 шериф. Номер 9. По раскладе для меня вы 4 были черными. Если мы сейчас ошибемся, мы... Что? Номер 2, не ошибайтесь, номер 9 очень хорошо такие вещи делает, когда он черный игрок. Спасибо. Номер 1, время истекло. Номер 2, пожалуйста. Значит, смотрите, если по-вашему игрок номер 8 лжешериф, за столом одна мафия. Логично? Логично. Десятка проверена черных первую ночь, восьмерка самострел. Гениально. Игрок номер 6, борода заключается в том, что у вас третьей ночи нет. Первую ночь был проверен игрок номер 10, во вторую ночь проверен игрок номер 5, а в третью кто? А, 8, которая на которой призналась, что она шериф. Я просто вредил инвентарь игрока номер 6. Раз, смотрите, если так, если вы так сыграли шерифом, извините, я не хочу с вами играть, как что вы шерифом. Потому что восьмерку, когда я спросил в упор, игрок номер 8, вы шериф? Она не кивает головой. Она сказала, она сидела зажатая, игрок номер 2, зачем вы проверили игрока, зачем вы просили проверку игрока номер 7? Она в первую ночь проверила игрока номер 7, у нее была истерика, она не знала, куда голосовать. Это раз, она проголосовала за десятку. Игрок номер... Если вы проверили игрока номер 5 и сказали, что он красный игрок, вы в своей речи сказали, игрок номер 5, я не знаю, какого цвета. Вы можете быть черным игроком. Короче, я за шестерку, если мы проиграем красным игроком, это будет ваша вина. Номер 6, вы получаете третье замечание, лишаете слова на следующий круг. Номер 4, вы завершаете обсуждение, у вас есть одна минута, прошу. Ну, в общем, снимаем номер 9, да, номер 1? Будешь со мной снимать номер 9? Я хочу снять номер 9. Ты будешь со мной снимать номер 9? Я уже не знаю. Номер 1 получает второе замечание. Уже не знаешь, потерялась. Не, номер 1, мы будем снимать номер 6. А, номер 8, до того, как она открыла шерифом, она, ее спрашивали 10 раз, ты шериф? У нее была очень шерифская реакция, поэтому черные игроки просто поняли, что она шериф, и выстрелили в номер 8. Вот поэтому. Поэтому номер 6... Не удалась ваша... А я давала на проверку номера 6. Весь прошлый день давала на проверку номера 6. Моя кандидатура вообще отметается сразу. Значит, сейчас уходит номер 6. Номер 1. Я бы на вашем месте, будучи черным игроком, топила уже номера 6. Вы бы всех топила номера 6, понимаете? Вы так его защищаете, я уже начинаю сомневаться. В общем, для меня номер 9 красный игрок. Я играю с номером 9, мы снимаем номера 6. Ну, дальше уже, конечно, остается номер 1. Спасибо. Номер 4, ваше время истекло. Мы переходим к голосованию. У нас есть две кандидатуры. Это номера 9 и 6. Я повторяю. 9 и 6. Кто за то, чтобы игру подвел игрок номер 9? Спасибо. Один голос. И кто за то, чтобы игру подвел номер 6? 4 голоса. Номер 6. У вас есть минута, но у вас ее на самом деле нет, так как вы лишены слова. Спасибо за игру. Номер 6. Ночь, дамы и господа. Доброе утро, дамы и господа. У нас очередная жертва. Ночью мафия убила вас. Номер 4.
У вас есть минута, но до того, как вы начнете, я напомню, что номер один и делись по два замечания, номер два, а одно замечание. Прошу, номер четыре. Какая радость, что мафия это у меня. В общем, я шла против номер один, да, но нет больше вариантов. Номер один, если вы так плохо сыграли красный, то вы просто занимаете чужое место здесь. Черный вы здесь сыграли, в принципе, ну, что вам еще было делать? Конечно, на вашем месте, будучи черным, говорю, я бы топила номер 6, и могло бы пойти подозрение номер 2. Могли бы. Для меня это номер 9. Я разговариваю, да, ну, потом ты поговоришь. С номером 2 это моя первая игра за весь чемпионат. Вообще, в жизни я играю первый раз с номером 2. По-моему, мы не играли, да? Может быть, играли, но, в общем, я не знаю номер 2. Может быть, одну игру играли. Вообще не знаю номер 2. Но очень он логичный, особенно последнюю свою речь. Он очень слушал номер 6. Досконально слушал номер 6. Повторил все, что, как сказал, какую ошибку допустил номер 6. Да? Снимай номер 1. Если там 9 или 2, ну выиграют, я очень порадуюсь. Я думаю, что надо в итоге снимать номер 1. Спасибо. Номер 4 за игру. Мы с вами тоже прощаемся. Дамы и господа, я прошу тишины, особенно в коридорах, прилегающих к игровому залу. У нас наступает кульминационный день, последний день, который решит судьбу этой игры. У нас три игрока, и первым начинает высказываться игрок номер 9. У вас есть одна минута, прошу. Значит, номер 2. Задайте себе вопрос. Между игроками 9 и 1. Кто для вас был чернее всю игру? Покажите мне. Спасибо. Примите, пожалуйста, кандидатуру игрока под номером 1. Принято. Я вам обещаю, игрок под номером 2, что если вы красный игрок, вы уедете с высоко поднятой головой в Киев, в свой клуб, чемпионом на этой игре. Я вам это обещаю. Если вы красный игрок, я играю с вами всю игру, и мы сейчас выносим игрока под номером 1 на подносе вместе с нашей победой. Нету других вариантов победить эту игру. Сальвадора Дали мы с вами можем вспомнить потом, пойти даже посмотреть на картины. В разных местах. А сейчас не нужно делать сюрреализма. Абсолютно его не нужно делать. Не нужно последнюю секунду думать, что он вдруг каким-то образом 9-й, который голосовал против черных игроков, может вдруг быть черным. Примите кандидатуру игрока под номером 1 еще раз. Голосуем вместе против игрока под номером 1. Спасибо. Спасибо. Номер 9, ваше время истекло. Второй игрок, вторая минута. Номер 1, прошу. Номер 9, почему вы меня оставили за столом так долго? Вот за этот вариант, что легко будет меня сдавать с черной, да? Примите, пожалуйста, кандидатуру игрока под номером 9. Принято. Номер 2, если номер 9, красный игрок, и вы против меня играли, почему он так вас убеждает, что я черный игрок, последний черный игрок? Нет. Я просто не знаю, как больше вас убедить. Я не такой сильный игрок. Я не могу столько сидеть за столом, быть последним черным игроком за столом. Я обрадовалась, что у меня была красная карта, но я в этот момент, как последние минуты осталось, это для меня... 10 секунд. Я больше не знаю. Номер 2. Я прошу вас. Номер 9, последний черный игрок. Спасибо. Номер 1. И завершаем обсуждение этой игры. Игрок номер 2. У вас есть минута, прошу. Понимаете, вот у меня большая дилемма. Могу быть либо оленем, либо не могу быть не оленем. Понимаете, откровенно говорю, почему? Потому что смотрите, в чем заключается проблема. Вы со мной сливали свой голос игрока номер 4. Игрок номер 5 выставлял игрока номер 4, но при этом голосовал игрока номер 10. Правильно, игрок номер 6, который проверил игрока номер 5, но он совершенно ее не защищал. По игроку номер 8 было видно, что шериф. Ушел игрок номер 10, ушел игрок номер 5, игра продолжит. Значит, один по-любому ушел черный. Правильно? Правильно. А, следовательно, десятка не мог уходить черным, уже шестерка для меня лжешериф. А впереди девятка просил проверку пятерки. Следовательно, у меня пятерка больше уходила как черный игрок. Следовательно, ну не знаю, можете меня клеймить, можете меня плевать, мне барабан. То есть я играю за логику, и если черная выиграет логично эту игру, то черная выиграет логично эту игру. Извините, спасибо. Спасибо. Дамы и господа, у нас есть две кандидатуры. Это игроки под номерами 1 и 9. Я повторяю, 1 и 9. Кто за то,
чтобы финальную игру последним покинул игрок номер один. Спасибо! Два голоса! Красная логичная! Я говорю же, что ты едешь чемпионом! Все себя скинули! Да я на вас своего друга! Да вас, наверное, не шерифом скрывал! Иди сюда, шампанское! Я его друга зацепил? Я не пью просто, реально, давай, я не пью. История повторяется. Молодец. Я вижу, у него парень, что нашли со вторым другой. Зачем всем просил? Number one, 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 number one,